Всем привет, с вами Коктер, и это новое видео, да, но не по Геншину, потому что я решил снять что-то новое, наконец-то. И если уж что-то новое снимать, то Identity 5. Почему? Потому что как раз-таки один мой друг, он как раз-таки сейчас со мной, его зовут iBest. Поздоровайся. Да, да, ребят, всем привет. Он, короче, говорил, что он не нуб, и я думаю... Да, отлично. Короче, думаю, лучше это проверить. Посмотрим, будет он убить или нет. Постараюсь, как бог, играть. Тогда можешь подойти сейчас? А, окей, сейчас. А то тебя что-то в кадре не видно, знаешь? Я просто ушел далеко, прям. Все, вот он я, вот. Ну все, можно уже начинать, в принципе, катку. Будем мансить. Да. Конечно, ты новичок, но, в принципе, тебя научить можно. Вот это, блин, прям обнадеживающе. Не, ну реально. Так, окей. Ждем. Так. Все. В принципе, недолго. На телефонах так всегда. Ну да. Так, все, я сейчас поменяю чувака, потому что. А я возьму вот этого персонажа. А я возьму, кого я возьму? Так, надо подумать. А я понял, кого я возьму. А не сработает. Уверен. Ну посмотрим. Да, посмотрим. Так, окей, все. Я надеюсь, ты не погибнешь через 15 секунд. На кресло не сядешь? После матча. Ну знаешь, мне может так повезти, что даже минуты не пройдут. Ух ты, вау, это же снежная. Кстати, вау. Как раз совпадает. Прикольно, повезло. Да. Снежки. Прям... Офигенно. Конечно. Мне бы еще знать, где остальные. Было бы вообще отлично. Так, я чиню. Так, да ну, Бест, ты знаешь что? У меня уже сообщают, что меня нашли. О, прикольно. Значит, это будет не Манце. Прикольно, это не значит, прикольно. Будет Манце. Не, значит, будет прикольно. Значит, я сейчас кое-что сделаю. Давай. Давай. А меня заблочили, давай! Прикинь? А меня персонаж заблочил! Да в смысле? Вот это везение, вот это я понимаю везение, прям. Блин, так офигеть. О, кстати, я точно, я могу быть Дедом Морозом. Я надеюсь, ты не погибнешь через 15 секунд. На кресло не сядешь? Так, все, я иду. Я иду тебя спасать, потому что. Классно. А, кошка, на меня кошка идет. Серьезно? Да вы серьезно, ребят, ну вы чё, сливаетесь? Беги! Ай, блин. Капец. Так, ну вроде получается убежать. Так, я мансю от него. Он потерял меня. Блин, так, ты упал. Ты упал. Капец. Да. Ну не везет, чел, не везет. Ну, блин, конечно. Я хотел спасти, а ты упал, ты еще рядом упал. Не спасай! Зачем? Да я даже не знаю, зачем. Блин, капец. Так, тебя там подняли? Нет? Тебя не подняли? Нет. До сих пор, прикинь.
Офигеть. Ну, это ГГ. Это ГГ. Тебя даже не подняли опять. Понимаю. Так, сейчас кликера немного. А меня кто-нибудь спасать будет, а? Не? Ну, похоже, опять не получилось. Да, блин, так все хорошо начиналось. По сути. Да быстрее ты спасай. Зачем? Ну, нет, ну тут нубы какие-то. Тут нубы. Сейчас тебя спасут, потом он будет тебя докемпивать. Маньяк-туннелер. Фу. Осуждаю таких. А чуваки какие-то чистые нубы. Вообще прям. Ну да. Как будто такое ощущение, что они боты. Капец. Эх, не везет, не везет. Я и так внимание на него отвлек, видишь. Я же думал, что спасут. А какие-то нубы нам попались. А, все. Это слив. Ну я выхожу тогда. Давай следующую катку. Ладно. Изи. Самая быстрая катка в моем мире. Да, прям очень быстро. Все, я выхожу. Ты вообще очень мало заработал. Как и я. Это, начинаем, да? Да, это... так, я тогда возьму вот этого персонажа. А я, значит, возьму... А я возьму... Новелиста. Он может обмениваться. В принципе, годно. Типа управление передается между игроками. Персонажами. Да. Меняется, типа. Да. Ну, по-моему, это годно. Особенно, если ты нуб, а я умею мансить, и за тобой гонится именно маньяк, ну, хантер, то можно, в принципе, поменяться управлениями, я подольше помансю, а ты будешь чинить. Тем самым, ну, как бы, можно так, ну, хорошо время потянуть. Это неплохая тактика. Да. Я пока буду палетки скидывать, буду мансить, короче, там вот так. А ты можешь чинить. И пока он меня поймает, ты уже что-то там починишь. В общем, ну прикольно, по сути. Эх, надеюсь, меня не найдут сразу же. Потому что иногда мне так может... Скажешь, там, если тебя сразу найдут, скажешь. Окей. А, я возле тебя. А я вот так могу? Да, все, теперь тебя точно никто не найдет. Так, значит, ты, может, ты останешься чинить, я пойду спасать доктора. Давай уже дочиним. Блин, что-то мне кажется, что никто спасать не будет. Ну окей, я успею дочинить. Надеюсь. Так, The Basement is here, это значит, она у кого подвала. Ну, немного осталось. Немного. Надо пойти спасать. А ты че? Ты не прошел реакцию. Ну, капец. Наверное, я пинг был. Так, давай. Ты со мной? Так, мне оставаться или... Оставайся. Окей. В общем, и все, я пошел. Фух, надеюсь, все будет четко. Блин. Ну, он как бы тебя услышал. Этот хантер. Нет. Так, мне значок. Меня третий буст почти зарядился. Скажешь, когда его активировать. Ну, так, я буду пока что просто вот ждать. Я бегу. Так, надо подставиться. Говори, мне, когда активировать буст, слышишь? Нет, пока не надо. А сейчас? Активируй. Так, все. Если что, вылечишь меня. Потому что я сейчас упаду. Он за тобой идет. Да. Что делать будешь? Беги!
Да блин, я просто доктора хотел спасти, так как она последний раз висит. Не повезло, получается. Не-не, я наоборот, я правильно сделал. Ну, ладно. Я немного ускорился и продолжу чинить. Чтоб потом можно было победить. Я продолжаю чинить. Так, еще три. Я продолжаю мансеть. Осталось починить. А он кинуть меня решил, да? Так, ты сейчас ко мне, да? Ко мне. Нет, он нас бросил, все. Я отмансил, он, в общем, я офигенно отмансил. Я спас всех. Да. Ну хорошо. Миссия выполнена. Так, значит, что теперь? Теперь давай. Так, поменяй все чуваком с доктором. Поменяемся. Так, меня, похоже, заметили. Так, если что, это не я. Да, я понял. Это не я. Так. Что там, где маньяк? Так, и... А, не, маньяк за мной, за доктором. Последнее. Ну, в общем, я манчу. Так, последнее осталось, должны победить. Должны, да, изи катка. Потому что я очень долго отмансил, реально. Он за мной побежал. Так, кого? Да. Нет, он не за мной побежал, я говорю, тогда, в тот момент, он за мной побежал, а я 3 или 4 палетки скинул, и он, блин, еще кружился так долго, он очень много времени потерял на меня. Так, ну, я спасу. Я в целом понял, что у тебя там происходило. Кстати, уже половину починили последнего... Я скажу, когда дочинить. Не чини, пока я не скажу. Дочини, так, до 99. Понимаешь, как бы я здесь не один это делаю. То, с кем-то... Вот этот эффект останови, что есть у твоего персонажа. Пока не надо. Зачем? Ну окей. Так, я люк нашел. Ты знаешь, да, зачем он? И да. Это... Я скажу, когда дочинить. Все, там чини, прям последнее чини, осталось. Все, чини. Нет, да, не чини. До 99%. До 99% и пока стоит. Да там уже прям 98-99, это очень быстро. Все. Так, не чини пока что. Ладно. Ну так когда так, чинить? Я скажу, понимаешь, пока нельзя, у него наед. 100%. Это не я сделал. Зачем? Это не я сделал. Зачем? У меня на видео, видишь, это не я сделал. Вот он, дебил. И как тебя теперь... Все, бросайте меня. Из-за этого дебила, мне конец. Это как раз ну, спасибо, доктор. Блин, вот, ему. Тот, до кого персонаж был, доктор. Блин, почему нубы? Реально, почему нубы? Ну, у меня высокий ранг, алло, почему нубы попались? Вообще нубяры полные. Меня? Вообще капец. Так, это капец, блин. Я хотел... Капец, как не вовремя. Ужас, просто отвратительно. Капец. Сбегай, все, убегай. Пати ужасная. Тима ужасная. Надеюсь, в следующем матче Тима будет нормально. Прям реально-то капец. Просто капец. Я хотел спасти доктора, или кто там бегал, я уже не помню. Хотел спасти. Я хотел, чтобы вы дали адреналин под конец, чтобы они поднялись и убежали. А если она не поднимется, у нее не будет адреналина, то я бы сам бы ее бы спас. Все, это а победа. Потом... А вы потом бы адреналин это дали. Победа. Капец, ужас. Я даже хочу жалобу кинуть. Как? Понятно.
Так, кто это сделал? Кстати, это... есть идея вот еще насчет еще одной тактики. А, ты же знаешь, что у меня есть этот персонаж, у которого способности может респаунить. Типа. Но. А, смотри, я могу поставить вот этот респаун, и ты там будешь мансить, и я за это время буду чинить как раз таки. И типа потом моего персонажа забирают, я отреспауниваюсь, и ты продолжаешь там мансить. Но у твоего персонажа уже не будут потрачены вот эти хпшки. Не совсем понял, какого ты чувака хочешь взять? А, давай сейчас покажу, какого. Да, давай. Ой, я надеюсь, сейчас Тима попадется нормально, ну пожалуйста. Лишь бы нормальная Тима. Ну вот этого как раз таки. У тебя уже подгрузило? Да, грабовщика. Понял, о чем я? Типа, я беру своего персонажа, вот того, что сейчас, активирую эту способность, типа, поставить респаун, скажем так. Потом ты там в определенный момент выбираешь, что нужно обменяться персонажами. Мы обмениваемся, ты мансишь, если... Кстати, я вот точно не знаю, после того, как тебя вот этот хантер поймает, да? И в кресло, типа, чтобы ты не мог сбежать. Там еще будет возможность, после того, как уже, как бы, помогут твоему персонажу, возможность сбежать? Да, или отреспавниться? Будет. До второй фазы. Ну, если то есть спасу, на первой фазе еще будет, да? Да. То есть, получается, один раз даже можно попасться. Ну, посмотрим, как это сработает. Я примерно понял, о чем. Кстати, ты выбрал того персонажа, что обмениваться? Да. Отлично. Кстати, как по мне, маленькая девочка, ну что новую добавили, такая себе. Ну, блин, по сути, она может только вселяться и все. По сути. И этими. Ускорялки вот эти вот кидать, или как? Бусты. Да, бусты. О, опять зимняя местность, офигеть, прикольный снег. Да, было, до этого был раунд, где мы играли на зимней карте. Но она немножко другая была, но здесь просто ночь, понимаешь, а там день. Да. Только не говори, что за тобой нет. Гонится. В этот раз вроде повезло. Так, окей, я чиню, кстати, со мной рядом никого нету пока что. Это хорошо. уже есть. Хантер прямо за мной. Я чиню также. Обманул. Изи. Ну, жаль, конечно, что я не вижу, что у тебя там происходит. У тебя там, наверное, экшон. Да, вообще экшон прям. Полнейший. Ну, я как бы частично уже увидел. Так, давай. Обман. Изи. Нет, чел, нет, так не получится. Так, одну починили уже. Обман. Ты там какой-то план придумал? Да, я пока что мансю, как могу. Так, я вижу, где выход. Блин, я долго уже мансю, да? Прям очень долго. Я уже, блин, сколько отбежал. Так, я поставил респаун. А вы еще гены починить не можете. Так, ну, вроде повезло. Блин, я еще мансю от него, он еще за мной бегает, чтоб ты понимал. Ну неплохо, что ты мансишь еще. Тем временем у меня 24% уже. Капец, еще мансю. Все, сори. Как мог? А, ну я в принципе тебя вижу. Но я долго мансил, все равно. У него там сейчас равно нету никакого эффекта, что ваншотит. Не понял. Который типа с одного удара снимает. Нет.
Он только под конец. Ой, иди спасай меня. Он телепортировался. Он телепортировался ко мне. А, ну блин, ну кто-нибудь. Ну спасите меня. Я так мантил. Я так долго мантил. Ради чего? И вы, кстати, что, не чинили? Вы почему только один ген починили? Я бы за такое время, я бы один бы смог два гена починить. За такое время. Он сейчас меня пытается догнать. Капец, почему никто не чинил? Может, ты вылечишь меня? А я не смогу ничего сделать, мне самому нужна помощь. Да нет, я не тебе тут. А, как бы если ты этому игроку, то... Да, ты будешь лечить? Подлагивать начала. Начал. Блин, надо обменяться бы с тобой, но у тебя есть еще дополнительная жизнь. Ну так и... Похоже, ее не будет. На. Помоги, пожалуйста. Окей. Я на втором этаже здания. Я понял. Как бы. Он не кемперит? Да нет, вроде. Просто понимаешь, у меня же эта способность. Я ее не активировал. Он за мной. Да блин, извини, я не могу, он за мной уже бежит. Капец. Это, кстати, маньяк. Маньяк, кстати, очень сильный. Да вы серьезно? Да. Вы помимо того, что гены не чинили, так вы еще и поддаетесь вот так вот. Но, нет. Блин, я мантил минут 3. Просто меня за почти время... отхилили, ну, восстановили хп. Ну, он просто ой, такой... Ой, господи. Пришел, телепортировался и ушел. Капец, я, блин, понимаешь? Капец, ну это опять нубы. Ну это нубы попались. Мне кто-нибудь поможет? Кто-нибудь? Вот я на ступеньках. Стой! Пожалуйста. Да стой ты! Пока. Я подставился. Все, убегай. Убегай, все, я больше не могу подставляться. Он идет за нами. Блин. Давай. Это твой. Твое время. Давай. Тащи, как ты можешь. Угу. Как мог. Он уже за тобой бежал к тому времени, пока я переместился. Я ничего, я даже за палетки не успел добежать, извини. Но ты, у тебя дополнительная жизнь. А я ее использовал как раз. Долечить меня, да вы гоните, капелька осталась долечить меня, и меня никто не долечил. Капелька осталась, ну ребят, ну капелька осталась, ну могли же меня долечить. Ну что за нубы? Ты бы видел, что у меня сейчас произошло. Я за деревом спрятался, он меня пропустил. Так, в общем, надо гены чинить. Я вижу, тут даже манцы не помогут, пока чинить не начнешь сам. Ты бы видел, что у меня сейчас произошло. Просто. Подожди. Давай, вылечу. Потому что у тебя последняя короче, жизнь. Короче, у меня засвечивается вот это, типа, оповещение, скажем так. О том, что Хантер уже близко. Я просто становлюсь за дерево, и он проходит мимо. Короче, на видосе у меня посмотришь, ну, что в общем, там произошло. Это просто нуб. Маньяк нуб и Тима нуб. Капец. Не, то есть ты хочешь сказать, что ты чел ультра-мега-супер хорош? Да, я 3-4 минуты мансил. Я серьезно тебе говорю. А вы починили только один ген. А потом, уже когда он за тобой начал гнаться, пока я не начал чинить, никто чинить не начинал. Что за фигня? Это готовься, новый, значит. Сейчас придется бежать. Кстати, если он сейчас за нами и у него наед, то нам уже... Тут даже я не помогу. Так, можно без таких слов? Мне все это придется вырезать. Ну, в общем, у него нет наеда. Я уже понял, у него нет наеда.
И, так, кстати, ближайший, я побежал к ближайшим дверям. К воротам беги! Капец. Чувака спасти нужно. Не, а я... Ты уверен, что сможешь это сделать? Я не знаю, успею он, ли я. Он возле нас, он возле нас, слышишь? Я он не знаю, нас. Успею ли я. Давай я быстрее, очень... он возле нас. Все, нет, я ушел. Не успел. Я очень далеко был. Очень далеко. Ну я пока что понаблюдаю за тобой. Давай. Так если не успеваешь, да, а ворота открыты. Я знаю. Беги быстрее, пока ворота открыты, ты успеешь. Да беги, ты же можешь размансить. Или у него там способность. У него такая? Наед, у него наед. Блин. Что делать будешь? Не знаю. Давай быстрее туда, там ж открыто. Я знаю. Блин, ну я ж тебе говорил, беги туда. Ну чего ты ждал, ну? Да я не знал, что у него наед. А, попробуй доползти. Я не знал, что у него наед. Я не знал, что у него наед. Потому что он Сира каким-то образом ударил. И, ну, короче, я больше всех заработал. Потому что я имансил, и мне достаточно. Ну да, здесь тебе повезло, прям нормально так повезло. Больше всех заработал, потому что я больше всех мансил и чинил. Блин, один. Ну, в принципе, да. Ну, блин, потому что Тима нубы попались. А когда я побежал его спасать, то тот погиб. Очень быстро, кстати, погиб. И когда я шел назад, я же не знал, что у него этот наед, понимаешь? Потому что он Сира ударил, и у него одна фаза лишь снеслась, но он просто раненый был. И я думал, что у него не наед. И поэтому я побежал спасать, а потом он переместился, у него был, оказывается, наед, он его ударил способкой. Откуда я знал, блин? Обман такой вышел. Меня подставили. Ну да. Опять. Хотя говорил же тебе, беги пока можешь. Ну, да в принципе, я пытался спасти. Ну какая разница, окей, все равно я больше всех...